Всем большущий привет! Меня зовут Тоня, и вы на моем канале Верьемина. Сегодня я подготовила для вас крутую тренировку, которая поможет наконец-то увидеть свой плоский живот и даже кубики пресса. Все, как вы любите, быстро и эффективно. Перед началом обязательно ставьте лайк под это полезное видео и пишите в комментариях, какой животик вы хотите, просто плоский или с кубиками пресса. Что вам больше нравится? Кстати, не забывайте подписываться на мой инстаграм, там вы найдете много полезной информации, крутые тренировки в удобном формате и, конечно же, общение лично со мной. Обязательно переходите и подписывайтесь. Ну что, объявляем войну лишнему жиру. Я включаю таймер 30 на 10. Итак, первое упражнение — касание носка. Раз, два, три, четыре. Стараемся выполнять как можно быстрее. Сегодня мы с вами должны сжечь как можно больше калорий, естественно, чтобы увидеть быстрее наш результат. Дышим ровно, спокойно. Глубокий вдох, спокойный выдох. Отлично! Замечательно! Следующее упражнение – приседания плюс развороты. Активное упражнение. Опускаемся в приседание, спина ровная. Поднимаемся вверх, выполняем разворот обратно в другую сторону. Когда выполняем разворот, напрягаем мышцы пресса. Выдох на усилие, то есть когда мы встаем вверх и скручиваемся. Отлично! Следующее упражнение очень крутое. Скручивание в планке по диагонали и касание носка. Опускаемся в планку, руки, ноги пошире. Скручиваемся правым коленом к левому локтю. То же самое в другую сторону. Скручивание по диагонали. Затем касаемся носка, также по диагонали. Напрягаем пресс и во время скручиваний выдох, всегда выдох. А теперь выполняем активно. Отлично, завершили. Молодцы. Далее мы с вами ложимся на пол, на спину. Руки за голову, поясница прижимается к полу. Выпрямляем ноги. По очереди опускаем одну, вторую. И затем разводим ноги в стороны. Сводим обратно и повторяем. Все это время поясница четко прижата к полу. Опускайте ноги ровно до того момента, пока поясница продолжает прижиматься. Отлично, завершили. Переходим к следующему упражнению. Это боковая планка с подъемами и скручиваниями. Принимаем положение боковой планки, руку вверх, опускаемся вниз, вверх и подныриваем под себя, скручиваемся. Пружинка, скручивание, молодцы. Чувствую, как работают мышцы пресса. Не боимся, талии не увеличиваться. Она никогда не увеличивается от скручиваний. Все отлично. Супер! Теперь нужно сделать то же самое в другую сторону. Опускаемся в боковую планку, руку вверх, вниз, вверх, подныриваем. Напрягаем пресс. Выдох на усилие, когда скручиваемся. Отлично, завершили, вы молодцы. Следующее упражнение — выпады и скручивания в бок. Встаем. Итак, шагаем назад, опускаемся в выпад, встаем вверх, выполняем скручивание в бок. Повторяем процедуру в течение 30 секунд. Когда скручиваемся,
напрягаем мышцы пресса. Это упражнение также круто тренирует баланс, поэтому даже если что-то не получается, вы заваливаетесь. Ничего страшного, это нормально. Мы становимся сильнее, мы укрепляем наше тело. И дальше будет только лучше. Отлично. Теперь то же самое в другую сторону. Поворачиваемся. Широкий шаг назад, выпад. Поднимаемся и скручиваемся. Старайтесь выполнять упражнения активно. Мы с вами должны сжечь как можно больше калорий. Держим баланс. Еще немножко. Супер! Очень круто, молодцы! Следующее упражнение – планка. Шагами, руками вперед. Опускаемся в планку. Затем что мы делаем? Напрягаем мышцы пресса, подкручиваем таз и выполняем шаги вперед руками. Немного задерживаемся в каждом из положений. Обязательно следите за мышцами пресса и за поясницей, чтобы вот так она не выгибалась. Отлично, молодцы! Классное упражнение. Следующее упражнение – это V-образное скручивание. Садимся на пол. Затем выполняем скручивание на вдохе. На выдохе распрямляем ноги. Активно. Напрягаем пресс. Скручиваемся всем телом, поднимаем и корпус, и ноги одновременно, а не только ноги. Отлично! Следующее упражнение – это планка на четвереньках. Следующее упражнение – это планка на четвереньках с касанием колена. Опускаемся в планку на четвереньках слегка. Поднимаем ноги, чтобы корпус был параллелен полу. Затем касаемся колен. В это время наши мышцы пресса напряжены. Тело очень захочет вот так подняться вверх. Следите, чтобы не поднималось. Оставайтесь в самом низком положении. Прыгаем пресс. Молодцы, замечательно. Переходим к следующему упражнению. Это скручивание лежа. В бок. Итак, на выдохе поднимаем корпус, руки поворачиваем в правую сторону, затем в левую сторону. Напрягаем мышцы пресса, обязательно поясницу прижимаем к полу. Если устает голова, то можно. Руки за голову и поворачиваемся вот так. Отлично, круто, молодцы, почти завершили. Следующее упражнение – это русский твист. Садимся на пол, затем мы с вами будем поворачиваться в одну сторону и в другую, в одну и в другую, напрягаем мышцы пресса. Чем больше мы отклоняем корпус, тем больше нагрузка на пресс. Спина скруглена, мы с вами выполняем скручивание, не перегибается. Отлично! Переходим к финальному упражнению. Это касание пола ногой. Ну что, пресс уже горит? Пишите в комментариях. И обязательно ставьте лайк под это крутое видео. Итак, ноги к себе. Теперь по очереди будем касаться пола. Одной ногой вверх. Второй ногой вверх. Обязательно следим, чтобы поясница была прижата. Если не получается коснуться пола с прижатой поясницей, значит, опускаем ногу чуть выше. Вот чувствуем, как пресс-то загорелся, да? Отлично!
Похлопаем себе за отлично проделанную работу! Ну что, мы с вами выполнили замечательную тренировку для нашего живота. Я знаю, что у вас горит пресс, это просто замечательно. Также заходите в описание под видео, там вы найдете тренировки на все проблемные области. Сделайте еще одну, чтобы сжечь больше калорий и скорее увидеть результат. Мы с вами встречаемся на следующей тренировке, в следующем видео, и пока!